Так, и начался ли эфир? Здесь я, по крайней мере, себя вижу в звонке. А вот в чате, если вы смотрите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Я специально чуть-чуть пораньше вышел, потому что я пытаюсь сегодня запустить эфир через ВК-звонки. Я хочу понять, идет сейчас эфир или нет. Чтобы если не сработает, то я мог вернуться и запустить трансляцию через Zoom. Не могу понять, эфир идет или нет. Нет, по-моему, ерунда какая-то происходит. А, все идет, а я почему-то не вижу. Если... Так, давайте я обновлю. А, да, все есть, действительно. Так, окей, хорошо. Ну, надеюсь, что посмотрим, как он будет, насколько будет стабильно. Почему? А вот почему звук другой. А другой он какой? Другой он лучше или хуже, чем обычно? Микрофон тот же самый. Ты кто? Я твой бан. Сейчас, где он? Юрий Пивоваров. Чжу. Так, есть, пишет, видно и слышно отлично. Окей, так, народ потихонечку подключается. Пока у меня есть еще пару минут, расскажу про эксперимент с очками. Звук как из бочки. Ну да, звук как из бочки, потому что я в этом самом, на балконе. Поэтому да, звук как из бочки. Но ничего, в четверг у меня жена заканчивает сессию, и дальше я перемещусь в студию, и там уже звук будет нормальный. Здесь просто с этим ничего нельзя поделать, да, потому что стекла и от них отражается звук. Так что придется потерпеть. Хуже, как из бочки. Ну. Так, как бы мне его проверить? Насколько хуже? Настолько хуже, что вообще ничего не слышно, или можно потерпеть один вебинар. Еще вариант, я могу поменять микрофон. Он немножечко по-другому дает. Ну, давайте не будем заморачиваться. Один вебинар потерпим, а дальше со следующего вернусь в студию, и там нормальная звукоизоляция, и дальше уже будет нормальный звук. Да, окей, хорошо, можно потерпеть. Значит, эксперимент с очками чем закончился? Я появился в прошлый раз, заметили, наверное, в таких желтых таких очках. Это очки, которые отфильтровывают синий свет. Неделю я в них ходил, делал такой эксперимент биохакерский на себе. Честно говоря, эффекта не заметил. Потому что, ну, у меня и со зрением проблемы уже, все-таки я уже дядька довольно старый и большую часть своей жизни занимаюсь тем, что читаю тексты. Ну вот, провел такой эксперимент. Скажем так, не зафиксирован. Так, окей, народ подключается. Друзья, я напоминаю, что у нас полным ходом идет набор на онлайн-курс по написанию романа. И на настоящий момент осталось 7 мест. И опыт показывает, что... Еще бот какой-то полез. Ребят, ну блин. Я не хочу, честно говоря, отвлекаться на это, на то, чтобы банить ботов. Как-то давайте вы сами самозабанитесь и не будете нам ерунду всякую писать в чате.
Опыт показывает, что когда остается мест 10, после этого начинают очень быстро лететь продажи, и это чувствуется и потому, что люди начинают писать, спрашивать, как оплатить там, и так далее, да, заявки начинают подавать. Вот, так что я думаю, что, ну, надеюсь, во всяком случае, что я не тороплюсь особо, у нас еще месяц есть целый до начала курса, да, но я думаю, что там, плюс-минус в течение там, следующей недели, может быть, дней 10, мы оставшиеся места на курсе по роману закончим и погрузимся на, там, на 8 месяцев, погрузимся в написание романа. А пока мы с вами, да, то есть если вы планируете присоединиться, то найдите ссылку, по-моему, если вы в записи пишете, то ссылка у вас перед глазами, если вы не в записи, то зайдите на сайт Шичинга и подайте заявку и займите место на курсе. Значит, сегодня мы с вами, ну вот смотрите, так, еще одно лирическое отступление, небольшое, и перейду к делу. Вообще, я читаю отзывы людей, которые проходят этот наш курс, которые проходят ВП, и мне, конечно, очень приятно видеть то, что большинство участников пишут, что вот там увеличились доходы на 20%, увеличились доходы в два раза, увеличились доходы там в несколько раз и так далее, и так далее. И мы с вами все это время, да, у нас мы с вами работаем уже 2 года, да, то есть у нас прошлый год был год практической магии, и этот год денег. И мы делаем достаточно сложные техники, да, и это техники и связанные с там, рекламой, продвижением, инфобизнесом, продажами и так далее, и так далее. И техники такие чисто психологические и техники такие на грани между такой легкой эзотерикой и психологией. Я понимаю, что я все время балансирую как бы между всеми этими гранями, и вот одно неосторожное движение, и ты уже где-нибудь в белых облаках проводишь какие-нибудь медитации эзотерические. Вот мне бы не хотелось, чтобы вы как-то вот в этом направлении меня воспринимали. Я все-таки являюсь матерым рационалом, и все, что мы делаем, да, мы делаем очень рационально. Да, то есть нам нужен измеримый результат. Мы сделали действие, мы получили какой-то результат. А вот это вот ощущение, еще что-то, мне это не очень интересно. Вот, поэтому нынешнее занятие, оно как раз-таки связано именно с действиями. И я надеюсь, что вот все предыдущие задания, все предыдущие занятия, они вас достаточно подготовили к тому, чтобы вы в этот раз перешли к конкретным действиям. И, возможно, эти действия, занятия будут несложные, в том смысле, что там не будет каких-то сложных концепций каких-то, да, то есть я думаю, что я их даже изложу достаточно там просто, может быть, и быстро, надеюсь. Мы будем заниматься монетизацией. Да, то есть мы будем в течение этой недели, я попрошу вас предпринимать конкретные действия для того, чтобы для добывания денег. И чуть позже я скажу, какие конкретные действия. Это не обязательно продажа, не только продажа. У нас с вами уже была продающая неделя, да, когда была задача там хоть сколько-нибудь денег заработать, да, хотя бы 3 копейки, да, и мы продавали книги на Авито там и так далее, и так далее. А вот сейчас у нас будет задача немножко другая. У нас с вами будет задача по возможности попробовать выжать много денег, да, больше денег. Не просто, не сколько получится, не 3 копеечки, да, вкус крови попробовать, да, а вот прям попробовать выжить, попробовать выдавить много. И мы с вами будем делать это только неделю, хотя в целом я знаю, кто из вас знает, кто такой Тони Робинс? Он сейчас не очень такой популярный дядька, но в свое время лет 8 назад он был прям вот безумно, безумно популярный. Наверное, самый популярный в мире лайф-коуч. И я ездил к нему в Лондон на тренинг, и он приезжал сюда, в Москву, тоже здесь проходил тренинг. Я сбежал с этого тренинга. Да, пишут, что знаю. И после того, как он сюда приехал, как-то настолько людям не понравилось, что здесь его репутация очень, очень сильно начала падать. Вот. Но, тем не менее, у него тоже
большая отдельная тема, какие-то его техники мне нравятся, я считаю, что они действительно хорошо работают, какие-то техники я считаю, что не работают, и какие-то техники я считаю, что вообще вредные, да, то есть, ну, такое сложное достаточно отношение, но, тем не менее, я в целом уважительно отношусь к тому, что он делает, да, и он, конечно, безумно талантливый дядька, я его видел на расстоянии, как вот в том углу балкона, как он стоял когда, во время тренинга в Лондоне. Вот. И энергия от него, конечно, идет прям такая энергичная машина. Так вот, он рассказывал одну такую вещь, когда он только запускал, только начинал работать, он делал себе, вот тоже как мы с вами, да, у нас с вами был год практической магии, у нас сейчас идет с вами год денег. Вот у него было... Такой один год он, я не знаю, может быть, еще другие годы были, один год он прокачивал публичное выступление, и он выступал каждый день. Да? То есть вот он решил, что надо прокачать публичное выступление, для этого надо выступать каждый день. И когда у него не было приглашения куда-то, да, то есть он занимался тем, что обзванивал людей и просил разрешения выступить. У них вот в Америке есть такая практика, вплоть до того, что... Там в школы люди звонят и просят разрешения выступить, мотивационные спикеры. И если у него не было выступления, он шел просто в ближайшую гостиницу, в лобби садился и начинал разговаривать с людьми, начинал перед ним выступать. Тоже там это не запрещено, да, то есть их не выгоняют в этом случае. И вот за год он действительно, он реально просто мега крутой спикер, да, то есть он способен там 15 часов говорить, ни разу не споткнувшись, ни разу не повторившись, да, то есть держать нить выступления, да, управлять вниманием аудитории и так далее, да, то есть великолепный спикер совершенно. И точно так же у него был год монетизации, то есть в течение года он занимался только монетизацией, он занимался только деньгами, и каждый человек, которого он встречал, он относился к этому человеку так: сколько денег ты можешь мне дать? И он все время продавал, выдавливал деньги из людей. Говорит, что я отдаю себе отчет в том, что в течение этого года общаться со мной было неприятно. Я думаю, что так оно и есть, да? То есть, когда ты общаешься с человеком, он все время тебе что-то продает. И, соответственно, после того, как этот год закончился, до этого года он там сидел в кредитах, да, денег не было, в конце этого года он выжил, у него там цель была, по-моему, $1 миллион. Вот, и в конце этого года он на эту цель вышел, да, то есть вышел на этот $1 миллион. И я думаю, что вы встречались с такими людьми, может быть, в 90-е много было таких ребят, да, которые ты, среди MLM-щиков были такие люди, да, то есть человек, который всегда продает, да, то есть ты начинаешь общаться с ним, да, он тут же тебе, если не свою какую-нибудь зубную пасту продает, да, то еще что-нибудь, да, какие-нибудь купоны на что-нибудь, да, вот продает. Случалось вам встречаться с такими людьми, которые всегда продают? То есть вот ты видишь человека, и он тебе сразу же обязательно, ты знаешь, что он тебе обязательно начнет что-то продавать. Есть такие и сейчас, да, и, кстати говоря, именно среди коучей, тренеров, психологов тоже довольно много таких людей, да, которые вот продают, да, то есть начинаешь общаться с ним, он как бы чувствует, что, ага, ты заинтересовался, все, сразу же тебе надо начинать свой коучинг продавать. Да, есть вот там Вэй, все эти белый кот там и так далее. Вот таких людей довольно много. И самое интересное, что очень часто с такими людьми просто начинаешь, ну, как перестаешь просто брать трубку, когда такой человек звонит, и когда видишь его идущего навстречу, да, то есть начинаешь переходить на другую сторону. И очень часто, кстати говоря, вот такое поведение, да, бесконечно продающее поведение, оно вообще не ведет к деньгам, да, то есть люди немного зарабатывают, таким постоянно продающие люди. И поэтому среди, скажем так, как бы это сказать, чтобы это не обидно прозвучало?
среди некоторых коучей, тренеров, да, экспертов, среди экспертов, давайте так скажем, да, потому что это не обязательно коучи или психологи, да, то есть эксперты, которые занимаются прямыми продажами. Вот у них есть такая, с одной стороны, у них есть некая вежливость, которая предусматривает взаимные покупки. Да, то есть это не бартер, да, а взаимная покупка именно для чего? Для того, чтобы человек не терял свой вот этот вот навык продаж. Я с этим впервые столкнулся много-много лет назад, когда читал, был такой замечательный дядька Деревицкий из Киева, как раз-таки тренер продаж, это еще времена ЖЖ были. Прям реально очень-очень-очень хорошо человек, очень хорошо понимал, Александр, по-моему, его звали, очень хорошо понимал в продажах и царство ему небесное, светлое место. Он уже много лет, лет 10 как умер. Писал он в ЖЖ, да, и был такой человек, ну, он и сейчас есть, Алекс, тоже Александр Левитас, у которого замечательная книга, на мой взгляд, «Больше денег от вашего бизнеса», также известная как «Зеленая книжка», и тоже многие, скажем так, в маркетинг заходили через его книги, через его ЖЖ, через его рассылки, тоже очень уважаю. Так вот, они общались у нас, в общем, более или менее на глазах, и меня потрясло то, что Левитас сходил на тренинг Деревицкому, оплатив полную его стоимость, и прошел его тренинг. И Деревицкий оплатил тренинг Левитаса и прошел его тоже за полную стоимость. Да, то есть это при том, что я понимаю, что это там плюс-минус, да, цифры какие-нибудь сопоставимые, да, какая-нибудь, условно говоря, 1000 евро или 1000 долларов. Да, то есть они могли эту 1000 долларов туда-обратно не тягать, но они взяли, да, то есть один одному заплатил и другой другому заплатил. И со временем как-то само собой, да, то есть я заметил, что я тоже таким же образом общаюсь с коллегами. То есть я покупал тренинги, там, не знаю, Насти Георгиевской, да, у Парабеллума покупал, естественно, там, дорогой коучинг за 1 000 000 рублей, да, покупал у Богданова, у Довлатова, да, то есть я у многих людей, с которыми я дружил и общался, я покупал их инфопродукты. И, соответственно, когда мы знакомились и когда они интересовались сценарным мастерством, многие из них тоже покупали мои тренинги. Да, Таня Мужицкая проходила нашу сценарную мастерскую, я проходил у Тани NLP практик и проходил зеркало на Альхоне, да, то есть опять же мы могли, деньги тоже сопоставимые, да, то есть мы могли бы их туда-сюда не гонять, да, но тем не менее вот это вежливо, да, то есть я тебе плачу, да, то есть я там не прошу скидки, ничего, да, то есть за полную цену покупаю, ты у меня то же самое, да, можем себе позволить. И в этом есть смысл. Да, то есть здесь происходит какой-то правильный обмен, какой-то правильной энергии. Да? При этом есть еще одна такая штука, да, что иногда человек как-то понимает, что не надо продавать, да, выключает вот это, да, то есть мы все мастера продаж, да, мы умеем это делать, да, но когда мы общаемся, мы вот это продающее, что называется, выключаем. Иногда человек это не чувствует, да, как ты общаешься, и он тебе начинает что-то начинает рассказывать про какие-то продукты, и ты так говоришь, так, стоп, можешь это выключить, да, давай мы посидим, поговорим, да, то есть если я захочу, заинтересуюсь, я куплю, да, вот сейчас мне не надо прямых продаж. Да, то есть мы как бы можем включать вот этот режим продающий, и можем выключать. И у меня тоже, вы видели, да, что у меня тоже есть продающий режим, при котором я начинаю, там, допустим, достаточно интенсивно продавать, да, особенно когда курс только идет, только запускается, да, начинаются продажи, да, дальше продажи разогнаны, я вообще это все на самотек бросаю, да, и все это более или менее автоматически там команда занимается, да, я вообще никаких усилий не предпринимаю, только
контролирую, да, считаю оплаты, чтобы их было там не больше, чем надо. И когда мастерская переполняется, да, я должен сказать стоп и остановить продажи, чтобы не было больше людей, чем я могу обучить. Так вот, вот этот режим денежной машины, да, режим такой деньговыжимающий, безжалостный деньговыжимающий машины. И я хочу вам предложить на неделю превратиться в машину по выжиманию денег из окружающего пространства. Это не просто продажа, да, то есть ваша задача не просто продавать, ваша задача продать, ваша задача получить эти деньги, да, и получить максимум денег, да, то есть не просто там книжку на Авито продать, да, а найти способ получить максимум денег, который вы можете получить за эту неделю. И при этом я попрошу вас сделать такую вещь. О технике безопасности мы чуть позже поговорим обязательно, да, потому что если бездумно это делать, вы можете просто все свои отношения разрушить. Да, и сразу хочу сказать, что я попрошу вас исключить меня из ваших продающих действий, да, потому что я понимаю, да, что у нас тут там 2000 человек этот тренинг проходят, и если все начнут мне в личку предлагать свои бесплатные консультации, да, чтобы на них продать мне свой платный продукт какой-то, да, это будет такой, это гангбанг будет, да, это не любовь, а групповуха, да, а это уже не очень хорошо, да, не очень приятно, да, когда солнышко светит, да, и ты греешься в лучах этого солнца. А если увеличительным стеклом сконцентрировать большое количество солнечных лучей в одну точку, да, то просто загоришься, да, вот я загореться не хочу, поэтому прошу вас меня исключить. Да, и откуда берутся деньги? Деньги берутся от людей. Я вам много раз про это говорил. Многие люди, они этого не понимают. Да? Им кажется, что деньги, они приходят от бизнесов, от банковских счетов или еще откуда-то. Да? Деньги всегда приходят от людей. Поэтому количество денег у вас зависит от качества ваших отношений с окружающими людьми. И ваши договоренности, результаты ваших договоренностей с этими окружающими людьми. И я попрошу вас в течение этой недели на каждого человека смотреть как на потенциальный источник денег для вас. То есть не обязательно каждому человеку продавать, не обязательно из каждого человека выдавливать деньги, да, хотя бы мысленно. Вот смотрите на каждого человека и думайте, так, а этот человек мне за что мог бы заплатить? Вот даже одна эта мысль, за что вам любой человек мог бы что-то заплатить деньги, она может многое изменить. И при этом дальше следующая мысль, да, то есть вот любой водитель такси, вот за что бы он вам мог заплатить? Не обязательно ему продавать что-то, но подумать, а вот за что бы он мог заплатить? Дальше, следующая мысль. А что вы можете дать этому человеку, чтобы он вам за это заплатил? И как сделать так, чтобы он заплатил вам больше? Да, то есть можно сделать что-то, за что он заплатит 100 рублей, за что книгу, не знаю, продать ему. Была замечательная история про человека, который продавал свои визитки. И заработал на этом, там, какие-то деньги заработал. Да? Так вот, так. Есть ли звук сейчас, что у меня какой-то чик-чик-чик-чик, какой-то звук вроде бы на секунду пропал. Насколько понятна эта мысль, что каждый человек – источник денег для вас? И ваша задача в течение этой недели каждого человека, встреченного вами, рассматривать как потенциальный источник денег для вас. Да, звук есть, отлично. Хорошо. Насколько понятна эта мысль? Или если есть вопросы, то задайте вопросы. Так, есть. Окей. Мысль понятна. Двигаемся дальше. То есть задача не
просто важно, я прям это повторяю снова и снова, да, потому что, чтобы не было так, а вот я там на 3 копейки продал. Задача не на 3 копейки продать. Если вы зарабатываете 30 тысяч, да, то в месяц, да, то задача попробовать заработать 30 тысяч за эту неделю. Да, то есть задача максимизировать доход. А, то есть не просто продавать, абы что-то продать, да, а делать действия, которые приведут к увеличению вашего дохода. Даже если это увеличение дохода может произойти за пределами этой недели. Мне очень нравится история, которую Парабеллум рассказывал, причем он в одном месте рассказывал эту историю про Ричарда Бендлера, одного из основателей NLP, в другой раз рассказывал ее про Дэна Кеннеди. Поэтому я так и не знаю, кто ему эту историю ну, в действительности рассказывал. Значит, скорее всего, вообще кто-то из наших рассказал, пересказал чье-то другое выступление. Так вот, значит, тренер по продажам спрашивает, вас когда-нибудь выкидывали физически из помещения, когда вы продавали? Да? И в аудитории, там, а все продавцы в аудитории, там только один или два подняли руку, да, вот меня физически выкидывали. И вот, по его мнению, вы нащупаете жесткость, да, степень жесткости продажи только в том случае, только тогда, когда вас трижды выкинут, физически, трижды физически выкинут из помещения. И сам Парабеллум, он всегда продавал онлайн, то есть ну, у него были продажи со сцены, были продажи один на один, да, но в основном все-таки он был бог онлайн-продаж. И вот мне случалось видеть очень жесткие продажи. Да, у него были мягкие продажи, бывали жесткие продажи. И он говорил о том, что вот он поставил себе задачу довести степень жесткости продаж до того, что все уйдут с вебинара. Вот сколько человек на вебинаре будет, да, вот настолько жестко продавать, чтобы ушли вообще все, чтобы он один остался. Не знаю, удалось ему это сделать или нет, но вот тем не менее, да, вот, да, важно, чтобы вы понимали, как бы вы жестко ни продавали, предел этой жесткости вот такой. Да, то есть предел наступает тогда, когда вас физически выкидывают с этого самого, с помещения, из помещения, где вы продаете. Да, или вы все уходят с вашего вебинара, или все отписываются от вашей рассылки. Все отписываются от ваших соцсетей, от ваших жестких продающих писем. И ваша задача на эту неделю – не дойти до предела в жестокости. Да? То есть мне тоже не хотелось бы, чтобы все там говорили, а все понятно, Молчанов устроил там жесть, и в интернет вообще не зайдешь, все жестят. Задача – нащупать направление. Да? То есть опять же, если бы, допустим, вы были бы у меня в коучинге, я знал бы вашу ситуацию, знал бы контекст, да, может быть, я мог бы вам дать такое задание, да, чтобы дойти до последней степени жесткости. В открытом, тем более бесплатном тренинге я такого задания дать не могу, ну, потому что я за вас не могу нести ответственность. Соответственно, я рекомендую вам сделать вот что. Пощупать направление и попробовать вкус этой жесткости, да, попробовать по-другому и найти, нащупать за эту неделю комфортный для вас баланс. Почему? Потому что люди очень часто не готовы даже на миллиметр двинуться в сторону вот этой вот продающей жесткости. Человеку некомфортно, да, я понимаю, что продавать некомфортно. Да, любая продажа – это манипуляция, любая продажа – это давление. Да, насколько бы мягкой ни была продажа, это все равно давление. Да? Купи у меня. И человеку некомфортно. А вы попробуйте, может быть, вам понравится. Причем самое интересное, что, может быть, и людям тоже понравится. Потому что очень часто бывает так, вот у сценаристов, кстати говоря, так бывает. Да? Вот сценарист общается с продюсером, и продюсер… И разговора о деньгах нет. Да? То есть мы обсуждаем творческие вопросы, и сценарист сидит и ждет, когда ему предложат деньги. Да? Вот он сам никогда не скажет. И в конце концов уже продюсер говорит, что типа так, что по сумме?
Да, и становится, да ладно, да, это потом мы договоримся, да, вот как-нибудь там. Вот. И если продюсер, ну ладно, потом, так потом. Сценарист ходит и обижается. А вот мне там по деньгам кинули. Вот. И продюсер вынужден, в итоге, если продюсер уже опытный, да, он говорит, нет, стоп, давай, ну, давай договоримся, какая, сколько ты хочешь. Сценарист, ну, сколько вы предложите, сколько вам не жалко, да, вот опять же, тоже я терпеть вот это не могу. Тоже бывает, с некоторыми специалистами договариваешься, да, и там, заплатите сколько не жалко, хрен его знает, да мне 3 копейки жалко. Вот, то есть я, скажите, какая цена, да, то есть вот я понимаю, вот окна эти помыть, да, 5000 рублей стоит, окей, все, меня цена устраивает, все, вперед, 5000 рублей, пожалуйста, заплатили. Да, а если бы он, сколько, заплатите, сколько не жалко, вот я должен был бы думать, сколько это стоит, какой рынок, в интернет лезть, да, то есть, как бы, ну, мне это не надо, назовите мне цену, не морочите мне голову. И вот сценаристы тоже начинают, да, вот, я не знаю, ну, сколько вы заплатите, да, опять же, если сценарист понимает, что стоит, да, там, 200 тысяч заявка, 300 тысяч пилот, все, 500 на счет, да, авансом 20%. Опять же, продюсер сразу же понимает, ага, вот человек, ну, опытный, у него это не первый сценарий, все, дело пойдет. Или, например, мы работали в редакции в одной, и, значит, настало время, что пора просить прибавки. И у меня коллега мой, с которым мы много лет работали, значит, я говорю, ну что, ты пойдешь? И он говорит, да нет, я принципиально не буду разговаривать о деньгах, они сами должны мне предложить. Я плечами пожал, говорю, а откуда они должны догадаться, что тебе надо предложить эти деньги? Он говорит, ну вот принципиально я не буду разговаривать. Ну, он и получал 45 тысяч рублей. Я пошел и сказал, что мне надо 100. И мне стали платить 100 тысяч. Да, то есть, ну, повысить сначала там 70, потом 100 тысяч. Это было давно еще, как 2008 год. Вот, поэтому вот люди очень часто просто даже вот, ну, достаточно попросить, достаточно предложить, люди этого не делают. Или один раз предложили, да, я один раз написал в соцсетях, что у меня книга вышла, все, что-то люди не покупают. Ну, а надо 50 раз написать. Да, то есть в течение 50 дней 50 раз написать, тогда люди, может быть, купят. Почему нам это трудно? Потому что у нас есть эмпатия, и мы склонны думать за других людей. Да, то есть мы начинаем недооценивать себя, начинаем переоценивать ценность чужих денег. Ах, я не продам ему эту кастрюлю, потому что это его последние деньги. Да? Ему нужно на что-то жить. Ребят, ну, все взрослые, не решайте за другого человека. Ваша задача ему предложить товар и дать ему какое-то разумное объяснение, разумное оправдание для того, ну, почему он этот товар купил. Все, дальше пусть он сам решает, покупать ему этот товар или нет. Естественно, речь идет не о том, ни в коем случае, да, я говорю, что речь идет ни в коем случае не об обмане категорически, да, я категорически против обмана. Более того, я считаю, что ценность, особенно в случае с инфопродуктами, ценность того, что вы продаете, должна значительно превышать ценность денег, которые вы получаете. В этом случае вам просто спокойнее и увереннее продавать. Да? Потому что, ну вот, например, там наша сценарная мастерская совершенно точно стоит гораздо дороже, чем те деньги, за которые я ее продаю. У нас курс трехмесячный, да, он стоит 70 тысяч рублей, $1000. Да, и на этом курсе я даю объем информации как год в ВГИКе. То есть плотность информации и результативность гораздо выше, чем где бы то ни было. Поэтому, конечно, я уверен в своем товаре, когда я его продаю. И ваша философия на эту неделю, философия от Зига Зиглара, великого продавца. У них в кармане мои деньги, у меня в кармане их вещь. Я должен вам помочь совершить обмен. Насколько это понятно, эта мысль? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Милора, не смогу так, мысль понятна. Ну попробуйте, хотя бы попробуйте, хотя бы попытайтесь. Да, это про меня, не могу взять ответственность, брать деньги с клиентов. Окей, хорошо.
Так, техника безопасности. Друзья мои, естественно, опять же, если вы просто без скафандра высшей защиты, да, выйдете и начнете херачить направо-налево, могут быть проблемы. Старайтесь все-таки не предпринимать действия, которые могут сильно испортить ваши отношения с людьми. Да, то есть все-таки старайтесь, ваша задача, опять же, да, не дойти до конца, а найти баланс. То есть изменить существующее положение, двинуться в сторону вот этого продающего давления, но нет задачи дойти до конца. Да, потому что, подчеркиваю, что монетизация, да, это всегда давление. Да, то есть вы выдавливаете деньги из людей. Задача нащупать максимально эффективный уровень давления. Потому что если слишком сильное давление, меньше денег. Слишком слабое давление, меньше денег. И вот где-то посередине находится эффективное давление, которое приносит максимум денег. Да, и еще одну вещь, о которой я тоже советую вам думать, о том, что лучше большие деньги потом, чем малые деньги сейчас. Тоже в инфобизнесе, кстати говоря, тоже очень часто люди... Я тут видел рекламу одного продюсера, просто она меня дико взбесила. Значит, продюсер рассказывает о том, как он работает с неким экспертом. Говорит, вот мы заработали там 2 миллиона за запуск. Вот я посмотрел, линейка продуктов у продюсера, у эксперта, вот такая-то секая-то, зарабатывает он там, условно говоря, каким-то 300 тысяч в месяц. Мы тут взяли, собрали 5 продуктов, переупаковали, да, стоимость всех продуктов, там, допустим, условно говоря, там 100 тысяч рублей, да, мы их упаковали в один этот самый, да, в один пакет и продали за, там, условно говоря, 8 тысяч рублей. И собрали большое продающее мероприятие, продали с дожимом, с дозвонами, да, и вот мы продали за 5 продуктов, вместо того, чтобы продавать один продукт за 300 тысяч в месяц, да, мы разом заработали 2 миллиона, там, 1 800 000. И я просто в ужасе на это смотрю, да, и типа, если ты хочешь так же, да, давай пиши мне в директ, я тебя там возьму спродюсирую. Я понимаю, что вот этот эксперт, да, он эту свою аудиторию собирал, может быть, 10 лет контента. Да, и эта аудитория на него настроена, и эта аудитория стабильно покупала у него по 300 тысяч в месяц, да, еще бы 40 лет покупала по 300 тысяч в месяц его продукты, да, и у него была линейка продуктов, которая на год, допустим, там нормально распределялась, да, тут пришел эксперт, собрал все эти продукты, да, разом шарахнул на всю аудиторию, да, сжег, во-первых, все эти продукты, сжег всю аудиторию, заработал 1 800 000, из которых там какая-то часть уйдет на рекламу, естественно, да, будет оплачена реклама, плюс половину заберет сам продюсер, да, и в итоге эксперт, да, то есть звучит-то красиво, 2 миллиона рублей заработали разом за один запуск, ахахах, как красиво, да. Оказалось, что эксперт получил, например, 500 тысяч, да, и при этом ему теперь год отрабатывать, да, потому что он 5 продуктов продал. Да, то есть и человек получил в реальности вместо 300 тысяч в месяц, да, человек получил 35, там, 40 тысяч в месяц в среднем, если на год разбрасывать. Да? То есть вот таких глупостей делать не надо. Да? То есть лучше большие деньги потом и долго, чем малые деньги сейчас. Теперь какие это могут быть действия? Ну, прежде всего, продажа, да, то есть вы продаете что-то, да, какой-то продукт. Дальше, что это может быть? Это может быть допродажа, да, то есть это вы что-то продаете людям, которые у вас уже что-то купили. Да, то есть когда я в соцсетях пишу пост о том, что у нас идет набор на онлайн-курс «Роман», это продажа. Да, то есть я вам продаю, предлагаю какой-то продукт. Вот это продажа. Плюс сегодня утром я отправил письмо в рассылку по сценарной мастерской, да, то есть не вот та рассылка, которую вы получаете, рассылка года денег, да, а рассылка для тех участников мастерской, которые купили у нас хоть что-то, да, рассылка в GetCourse. И вот, соответственно, по этой базе,
Да, я отправил рассылку, что, ребята, осталось 7 мест на курсе по роману, если думно, давайте быстренько присоединяйтесь. Да, это допродажа. То есть люди, которые купили, допустим, сериальный курс или полнометражный курс, купили, прошли, да, хотят еще и роман написать. Вот я им допродаю курс по роману. Дальше, что еще может быть? Какое еще может быть продающее действие? Повышение цены. Да, то есть если у вас есть какой-то продукт, вы можете увеличить доход, просто повысив цену. Например, волшебный пендель мы с вами делаем, да, он изначально стоил, по-моему, 7 тысяч рублей. Да, и я просто повысив цену до, там, сколько он сейчас, 9500, по-моему, да, на 2500 рублей, да, просто простым вот этим действием увеличил доход с этого курса на, там, на 700 тысяч рублей. Да, одним простым действием, потому что для человека что 7, что 9500 это вообще не, ну как, без разницы. Вот, то есть если бы я разом увеличил, допустим, до 20 тысяч, я не знаю, может быть увеличились доходы, а может быть и уменьшили. Это тестировать надо. Да, то есть может быть, если там понятно, что меньшее количество людей купило бы, да, но если бы компенсация превысила, да, то может быть и имело бы смысл. Ну, не знаю, подумаю в следующем году. Дальше, что еще может быть? Требование возврата долга. У нас с вами было занятие по долгу, да, и я вам говорил, что если вы, допустим, если долг безнадежный, да, его взыскать не получается, да, то лучше просто его списать. Но тем не менее, очень часто достаточно для того, чтобы получить долг, чтобы вернуть долг себе, да, дебиторскую задолженность взыскать, да, достаточно просто напомнить человеку и сказать: так, дружок, ты помнишь, у меня 1000 на такси занимал, давай-ка ты мне эту 1000 вернешь, вот тебе номер карточки, да, и человек вам просто, а, извини, слушай, забыл, вот, и вам вернет их. И никакого абсолютно, никакого негатива, да, то есть люди часто бывают так, что да вот, я помню, что он мне 1000 должен, да, и много лет помню про то, что он мне должен. Да, но не напоминаю, потому что невежливо. Вежливо. Дальше, что еще может быть, какое действие? Просьба об услуге, которую вы можете монетизировать в следующем действии. Какая? Не знаю какая. Да, то есть просите человека оказать вам какую-то услугу, которую следующим своим действием вы, то есть сама непосредственно эта услуга не вам, не может принести действие денег, да, но следующее какое-то действие, да, то есть сложное действие из двух состоящее, да, может вам принести деньги. И последнее, о чем я тоже советую думать, да, вложение чего-то, да, вложение денег, времени, усилий, которое приведет к большим деньгам впоследствии. То есть, например, даже обучение, которое напрямую, да, допустим, деньги не приносит, да, оно, опять же, через какое-то время вам может принести больше денег. Итак, повторяю, вот они эти действия. Да, это продажа, это допродажа, это повышение цены, это требование возврата долга, это просьба об услуге, которую вы можете монетизировать следующим действием, и вложение ваших чего, ценности вашей, да, денег, времени и усилий, которые приведет к большим деньгам впоследствии. И домашнее задание вам на эту неделю звучит следующим образом. Каждый день делать 3 действия минимум по монетизации. И пишите первое, второе, третье действие. Если не хотите делиться, как обычно, пишите «сделано», там 3 секретных действия. Сделано за день, заработано, да, не хочется заработано, потому что зарабатывание денег это только один способ их добывания. Давайте так, сделано и фиксируйте каждый день, сколько денег вы сделали. Опять же, если не хотите говорить, важна фиксация, да, пишите, сделана секретная сумма денег. Насколько понятно домашнее задание? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то готов ответить на ваши вопросы. Сейчас я размещу задание в урок. И как раз надо
продать тренинг на этой неделе. Да, наставник говорила, почему ты лишаешь людей возможности купить твой продукт, кому-то он очень нужен. Совершенно верно. Да, то есть купить тоже должна быть возможность у людей купить. Окей. Есть. Ну, мне кажется, оно само по себе, оно не скажу, что оно простое, да, оно трудное задание, но оно несложное. Да, то есть у нас с вами бывали гораздо более сложные темы, да, то есть просто идете и делаете деньги. Как говорил Тони Робинс, если тебе нужны деньги, просто иди и сделай эти деньги. Все, друзья мои, обнимаю вас. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе, понедельник. Посмотрим, кто заработает больше денег за неделю.